Археологический сезон завершается. Итоги подводят на международной конференции в Хакасии в стенах КГУ. Наша республика – магнит для археологов всего мира. Памятников великое множество. Курганы, стоянки, петроглифы, средневековые крепости. Почти каждый год находки вызывают научный ажиотаж. Здесь фантастическое богатство археологии. Одно из самых насыщенных в мире. Вот сосредоточение, причем начиная от древнего каменного века, вот чем я занимаюсь, от палеолита и дальше все периоды вплоть до средневековья. Археология-то ведь вся началась в нашей стране именно здесь, с раскопок Мессершмитта 300 лет тому назад. В этом сезоне тоже открытие. Неразграбленное женское погребение, которому несколько тысяч лет в Аскисском районе. В могиле уникальные бронзовые украшения. В Аглахтах необычные посмертные маски и шкатулка в другом женском захоронении. Последняя находка буквально накануне. В могильнике около Усть-Камышты. Расчищалось очередное погребение. И в погребении окуневского времени на груди была обнаружена пектораль. Это первая такая находка. Мы еще пока даже не сняли ее, мы не видим как бы всех подробностей. Но это первый раз такая находка сделана. Регион, конечно, уникальный в этом плане совершенно. Вот. И я думаю, что мы коллег порадуем, покажем им такие вещи, которые не могли бы увидеть в другой ситуации. Пектораль – нагрудная пластина, украшение. Было как символом власти, так и частью воинской амуниции. Вот только нашли его на ребенке. Еще одна загадка для ученых. Эти и другие открытия обсудят на конференции. 3 дня будут идти доклады по древним культурам Сибири и стран Азии. Больше 100 участников из Китая, Монголии, России. Это возможность действительно завязать необходимые, так сказать, контакты. Это возможность проработать на перспективу проекты научные. В преддверии года археологии это очень-очень важно, потому что у нас запланировано множество мероприятий в следующем году, связанных с темой археологии. Завершится конференция выездом по памятникам археологии и местам раскопок в Хакасии. Ольга Барловская, Андрей Доржун, РТС.